Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдий. Мы с вами сегодня попробуем затестировать нашу имбу, мега-имбу, командорку в интересной сборке. Надеюсь, она будет тащить. Так, вот такая вот сборка. Единственное, мы будем не с пактом ее тестировать, а с максимальным дефом. Сейчас я все для этого сделаю. Так, нам надо Ронина найти. Десятая огненька. То есть максимальный деф выставляем. Потому что атаки у нее и так хватает с головой. Так. Можно было бы, в принципе, может и вальс поставить. Ладно, давайте попробуем вариант с огненкой. Или вальс. Давайте с вальсом попробуем. У нас хоть будет отхил дополнительно. Так, ставим ей сову для уклона. Тут нам надо будет тоже сейчас поставить священный суд для увеличенного отхила. Сборку с атакой вы тоже сегодня увидите. Так, вот такая вот у нас сборка. В принципе, у нас уклонение за головой, но не всегда это спасает. 15 тысяч уклона. Так, окей, с этим разобрались. Теперь еще я хочу. Надо нам улучшить немножко талантик. Печально, где не продают. Вчера все потратил. Печалька. Ну ладно, попробуем. Попробуем такой вариант. В принципе, восьмерка, девятка. Жалко, конечно, хотелось все-таки десятки попробовать. Ну, в принципе, думаю, нам этого хватит. Так, окей, поехали. Шанс слива, ребят, как обычно. Делаем перестраховку. Ставим сюда. Сюда, в принципе, любая маска подойдет. Надо девочку. Такой вот вариант. Больше я не буду, думаю, этого хватит. Не хватит, значит, сольемся. Поставим еще вместо этого, поставим сюда сену. На всякий случай для леса. Неохота сливаться, там хорошие соперники. Борьба за первые места. Так. Поехали, посмотрим. 980, дам 400, дам 200, 888. Поехали, попробуем, посмотрим, что у нас интересного сегодня получится. Так, ладушек нету. Так вот. Окей. Поехали, попробуем, посмотрим, что же может все-таки командора. Так, фрейка. Отлично, 63, 72, ну как видите, просто, ребят, no comments. Не знаю, она достанет туда или не достанет до последнего. Ну, 95% герой соло выносит базы. Да, она туда просто не достает уже в сторону. Надо было выкидывать ее все-таки по центру. Но... это просто нечто. Лям 400 за пару секунд просто улетел. Поехали следующего смотрим. Так, Асурик тут у нас отражалки. Это вообще непонятно, что это такое. Что это за раста. Ну, видите, она достает. Давайте попробуем ее по центру поставить. Кинуть, я не знаю, что это у него за раста. Правда, там Асура, она на Асуре стычки может слиться. Оно таки будет, если она раз по нему попадет. Так, рядом
по фрае бьет. У нее дамага дофига. Ну, видите, не достает немножко, потому что здание очень далеко и героя. Ну, это пару секунд, и базы просто нет. Офигеть, просто. Просто офигеть, ребят. Ее убить реально сложно. Да. Она тут к зданиям просто не достает уже. Обидно. Ну это 70%, это вообще просто жесть. Я в шоке, насколько все быстро. А, так, 980, да? Или лям 200 там у нас. Так, лям 200 мы, по-моему... А, мы его еще не прошли, поехали. Следующего топа смотреть. Так, ну тут у нас есть Фрэнк. Землеройка. Попробуем отсюда от ворожая забежать. Надо где-то по центру бежать, потому что и стрелок есть. Может здесь хоть... Да, здесь попадают. Здесь попадают. Мы там на минки наткнулись. Будем, значит, ниже забежать. Ну, плюс у нас еще землеройка блокирует. Ну, смотрите, просто база разлетается нафиг. Да, видите, здесь все-таки попадают. Ну, молчанка. От молчанки спасения пока у нас нет. Единственный вариант это поставить, попробовать как вариант психощит. Вы видите, молчанка проходит. Надо брать просто ворожея. Как вариант, чтобы он снимал молчу. Тогда все будет пучком. Просто, ребят, просто бешено. Но она, видите, она не достает по всей карте, к сожалению. А вот Дрейк достает. Хотя нет, вот достал, в принципе. Должна, значит, достать и до этого конца. Просто за пару секунд база разлетается нафиг. Я в шоке. Ну вот, ты ударишь сюда или нет? Ну, видите, с ворожаем вообще без проблем. Молчанка нам просто пофиг. Нафига я седну сюда брал, я даже не знаю. Так, 800. 580. Такс. Тут та же самая ситуация, выкидываем ворожея. Потому что у нас... Хотя у нас здесь же нету Фрэнк, этого, землеройки. Но здесь есть этот Фоба. 83%, 87%. То есть любая база на 90% берется просто налегке. От молчанки просто выкидываете дополнительно ворожея, который будет подхиливать. Все. Этого вам вполне хватит. Ну а дальше просто добиваете уже другими героями. Да, ребята, вот так вот. Все, конечно, еще зависит от того, как ее закинуть, чтобы она достала везде. Это просто пипец. Здесь тоже есть землеройка. Ну, от землеройки, я же говорю, выражаю универсальное средство, и база просто разлетается нафиг. Нафиг она разлетается. Посмотрите, одно здание вверху осталось. 98%. Ну, Дрейк, вариант, конечно, Дрейка тоже классный. Я Дрейка показывал, но Коммандура это просто убийство базы любой. Один герой, он берет свыше там, 70-80%. Это просто пипец. Офигеть. А мы затратили, ну не знаю, 5 минут. И то можно было бы быстрее это все сделать. 5 минут и вся битва гильдии. То есть не надо ничего придумывать. Пару секунд и все, и базы просто нет. Так, возвращаем назад дев. Поэтому я не знаю, что они будут думать в плане
плане битвы гильдии, но надо что-то думать. Хотя, что уже думать, они и так уже похерили всю игру. Что тут уже думать? Вот такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Как видите, жестко-жестко, нереально жестко, конечно. Я в шоке сам с этой командоры, но это то, что она творит на восьмых кошмарках, то, что она творит на битве гильдии, еще раз доказывает, что герой действительно очень и очень топовый. В общем, вот так вот. Все, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.